Всем привет! Сегодня мы Алису будем фотографировать вот на этот журнал в модельном агентстве Lola Kids. И мы приехали специально для этого в Киев. Нет, мы приехали еще по другим делам, но и для этого тоже. Когда мы зашли, мы совершенно не представляли, как это будет происходить. И для меня было большим удивлением вообще, что детям делается макияж. Алисе 3 годика, и через пару месяцев уже будет 4, но нам никогда в голову не приходило делать ей макияж. И, наверное, это было самым большим моим удивлением. Но и результаты превзошли все наши ожидания. Смотрите, как это было. Нам сказали специально не делать никакую прическу, приходить с распущенными волосами. Вот. Потому что прическу делают здесь. Алиска, тебе макияж делают, да? Смотри, какой кисточкой красивой, да? Сильно не надо сильно, чуть-чуть. Да, вот так, молодец. Вот так происходит подготовка к фотосессии, и вон там происходит фотосессия. Чуть-чуть, Алисочка, легонечко закрывай. Чуть-чуть, зайка, чуть-чуть, да, вот так. Да, вот так. Там глазки снова чуть-чуть закрываем, красим реснички. Вот, легонечко, легонечко. Первый макияж Алисы. Легонечко. Легонечко. Чуть-чуть. Угу, ой, какие ресницы. А ну посмотри на маму. Ой, у нас тут принцесса украла. Боже, какие у тебя ресницы. Только ручками не трогай, опускай ручки. У тебя есть куколки Барби? Ну, есть, но мы еще в них не особо играем. А у них большие, красивые глаза? Такие, как у Алисы. Да, Алиса? Да, прическу делать будем? Вася, такие голубые, большие глазенки. Сестрички так же красятся, как и ты? Хотела их косметику всегда взять. Лисюш, ты видишь, как у тебя губки блестят, да? Не-не, ручками не трогай, тетя все тебе сама сделает. Угу. Ты смотрела в зеркальце, тебе себя видно? Не надо, отпусти губки, солнышко, а то съешь помаду. Подожди чуть-чуть, мы уже сейчас будем идти. Рядами. Надо будет лаком прибить, вот как сильно так не зарисовать. Пушистость надо будет убрать и подумать, как нам дреды, либо в косу, либо пусть прямо будут. Солнышко, спинка у кого ровненькая, как спинку? Лизочка сидит. У тебя ровненькая спинка. Вот так, молодец. Посмотри, боже, глазища, смотри какие. Какого эльфа маленького. Алис, ты маленький эльф? Не знаю. Не маленький эльф? Нет? Не знаю. Да. На дядю. Хорошо. Андрея. Смотри на дядю. Алис, вот дядя Андрей. Смотри на дядю. Мама, снимайся. Мне важно сейчас твои глазки увидеть красивые, поэтому всегда смотри на меня. Спинку ровней. Ровненько спиночку. Так.
И возьмись одной рукой. Так, и сначала фоткай. Нет, сначала фоткай. Просто шоколад. Хорошо. Она сейчас у нас ткана волшебная. Лисюшечка. Алисочка, сюда, смотри на дядю. Смотри. Алис. Сосиска. Я здесь, Алис. А смотри. Птичка вылетит сейчас. Алис, смотри. Ух ты. А спинку ровно? Спинку выровняй, смотри. А сможешь так вот ручки раз? Да-да. Здравствуйте, нашлись? Но не наклоняйся так сильно голову. Можешь даже ровненько голову оставить. Одной ручкой ты себя обними, а вторую руку так вот положи рядышком. Молодец. Да. И чуть выше голову. Чуть-чуть. Вот так. Все, вот так. Спинка. Умница. Ох, красиво сидишь. Вот я успела это сфоткать. Чуть-чуть руку дальше, да? Можно так. Ладно, чуть-чуть веселее, чуть-чуть. На дядю, смотри, зайчик. Подумай о куколке. Сюда! Какой у нас любимый! Я сейчас тебе что-то спрошу, а ты расскажешь. Хорошо? Иди улыбнись чуть-чуть. Да, молодец. Сюда глазки, сюда. Сюда глазки, сюда глазки. Зайчка. А вторую ручку давай как-то по-другому. Ну все, все. Давай. Я так не могу разговаривать. Смотри, зайчик, зайчик. А кто такой красивый? Все, мы уже в машине. Мама, я Юлька пластырь. Потеряла? Не, наверное, тут. Найдем, Алисочка. Ты, наверное, на нем сидишь. А, точно. Да вот. У Алиски уже тушь размазывается. Где нам ее теперь умывать? Ну, влажной салфеткой. Да ты что, влажной салфеткой так просто не смоешь? Да вот, Юлька пластырь. Да, поедем батарейки тебе купим, да, в этот телефончик. Приехали, дочь. Уже приехали. Подъезжаем уже к Артмолу мы. Да, за твоими игрушками. Будем теперь здесь куковать до, ну, получается, консультации. Едем мы по эскалатору. Так, мы с Лисюшкой решили вот такую музыкальную шкатулочку взять на ту сумму, что нам должны. Тут танцуют зайчики. Вот так. Алиске понравилось очень. И вот такой набор с мороженым мы берем. Нам там два раза прибили две покупки, поэтому как раз вот еще две покупки мы можем сделать. И берем еще вот это. Алисюшка тут кухоньку рассматривает деревянную. Ну, кухонька у нас дома есть, да, зайка? Боже, надо идти где-то глаза отмывать от этой туши. Я говорю, были бы мы в Черкасах, было бы проще. Где по дороге, как ей поотмывать это все, я даже не знаю. Мы стерли сколько могли тоналку с лица, а вот тушь на... Я не знаю, как ее снять в условиях переездов. Все, мы уже едем на консультацию к аллергологу. Попали тут в дикую пробку.
двигается по одной машине в минуту. Я не знаю, там, видать, или ремонтные работы какие-то, или поворот. Уже переживаем, потому что уже не успеваем. Ну, то есть тут 10 минут было доехать, но из-за вот этой пробки все очень затянулось. Лисюшка опять уснула, но оно и хорошо, пускай спит, пока консультации будут идти. В арт-молле мы особо долго не были, вот то забрали игрушки. Костя сходил в магазин с едой, купил, и сидели в машине. Я тут с Аленой разговаривала, про море говорили, кушали, такое. И теперь сейчас уже вот съездим на две консультации, поедем домой.